Вот видишь, ты горизонтально находится. Активнее смотри по сторонам, более экспрессивно. Номера на меня. Вот так. Давай попробуем, сдерни. Лицо. Не-не, пусть курит, Саш. Сейчас проба. Зубы. Раз, два, три. Вот так. Идеально. Потор. Понял, что надо на самом деле вот просто типа делать по ходу. Что получится, то и получится. И на самом деле все так работают. И я думаю, блин, вообще тупить не надо, надо просто, короче, снимать. Ну, и типа не париться. Это такой опыт. Это что было сейчас? Привет, ребята. Все пацаны ушли от меня. Но я не сдаюсь. С вами Санек. И я представляю школу Drum Stars. Короче, сегодня я снимал Хасана. Реквизиты куплены в последний день, конечно же. Мы сделали, парни сказали, что вроде как даже похоже. Мы супер быстро все сняли, что-то там, наверное, часа за два, за три с расстановками. И должно получиться супер бомбически. Скажи, пожалуйста, раньше участвовал в таких съемках? В таких конкретно нет. Ну, короче, были съемки, когда либо я с пацанами снимал клип в одном городе, либо я только снимал барабаны. Но тут парни из Воронежа, а я находился в Питере, и все случилось буквально за месяц. Там ребята написали, типа, чувак, тут такая тема, мы будем в Питере проездом, может, снимем. И, типа, я подумал, блин, крутая идея. Мы договорились, короче, и забились, и у нас все вышло вообще идеально. Поэтому это, да, ну, новый такой формат. Фонарем. Ага. Ты... Ладно, так, 24 секунды, пацаны. Ага, да-да. Но не так, как у Металлики, а чуть поплавнее. Ну окей, сейчас найдем тему. Ну все, погнали. Смотри, еще, чтобы отражалось от тарелок там. Да, конечно, Сашечка. Все, Серегин за этим следит. Вопрос. Серег, тут... Потрогаем, твердый этот опак. Давай. Ага, ага. Блин, время займет, это не разговор. Ребят, по картинке как бы все пиздато. Это самое главное. Ну... Я пишу. Вопрос.
Ага, ага, ага. Хорошо. Не дожираться. Ой, как здорово. И потом подсветка, да. Все, подсветка отлично. Вот так и замри прям. Я вот в этот, вот этот период, да? Да. Да. Север. Беги назад. Парни, Серег, Сань, хуй. Стоим.
меня так же. Туда же посвети, и все, как будто я там стоял еще. Пошел. Отлично, поворачивайся и на меня так же. Иди. Ага. Стоп, снято. Мотор. Схватили тебя за голову. Давай, подтягивайся. Блять, я его видел. Я хоть головой просто. Антош, мочи. Ну че, Андрей, минус, что бритву. Во. Сейчас хорошо. Как Арнольд. Да, мотор. Быстрее, Андрей. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот такие. Возвращаясь к вопросу о Рейнвилле. Да. Планируешь ли ты с ними дальше что-то делать, ездить по концертам, снимать клипы? Я не знаю, пацаны не зовут меня больше. Я теперь не могу. Я бы, конечно, приехал в Воронеж, я бы остался там жить. И играл бы с ними вечно, но они меня не зовут. Asshole, you're not in me. I am my motherfucking self. Alone.
Десны. Там все было круто, да? Вы же посмотрели клип? Ну это же манифик, да? Перфекто!